Евгений Евтушенко. Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цитнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются – спеша. Но вот ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, Остановись, как лошадь в мыле, почуяв в пропасть у копыт. Остановись на пол дороги, доверься небу, как судье, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, их, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность, наконец, И нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути Вперед на ложные светила ты не решаешься идти. Топча, как листья чьи-то лица, остановись! Ты слеп, как вий, и самый шанс остановиться безумством спешки не убий. Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Когда тебя толкает злоба к забвению собственной души, к бесчестью выстрела и слова. Не поспеши, не соверши, остановись, идя вслепую, о население земли. Замри, летя из кольта пуля, и бомба в воздухе замри. О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой высь среди распада и разврата, остановись. Остановись!